Всем добрейшего времени суток, добро пожаловать на последний видеоролик по игре Valor Thunder. Меня сподвигло делать последний ролик просто потому, что у меня больше нет силы, люди просят, и поэтому все. Это последний ролик. Скажу, что я начал даже учиться по игре War Thunder, именно компьютерной версии. Там сказали, что если у вас мало снарядов, то шанс подорвать вашу боеукладку намного меньше, потому что она будет расположена не везде. Я это услышал, усвоил и, короче, начал заряжать далеко не полный боекомплект. И реально, реально перестали мне подрывать боеукладку. Стали чаще ломать экипаж, двигло, баки. Но я не умираю с первого выстрела. Это очень сильно чувствуется. Это прям... Это просто надо почувствовать. Когда вас подрывают каждый раз, и когда с первого раза вы не умираете. Вы такие, что? В смысле? Почему я в этот раз не умер? Вот и все. То есть... Просто не заряжайте полный боекомплект и все. Сегодня выхожу я последний бой на АРЛке, потому что я ни черта не могу. Я не могу не выполнить квест, ничего. Следующий бой, это, ну вот, если прям вот будут просмотры налетать, это, конечно, будет КВ-2. Вот она, КВ-2, шикарный танк, который на самом деле разносит с одного выстрела. Ему плевать на вашу броню, у него есть просто супер-мега-снаряд, который шотает всех. Все, это будет, наверное, мой единственный танк, на котором я буду играть. Потому что это мета. У него и урон есть, и броня. Это самый лучший танк, который я видел. Ну и здесь, конечно, да, тоже неплохой танк. Но при этом его шьют в любом случае, как хотят. Даже, на самом деле, мне лень пользоваться лайфхаками, чтобы играть против таких же ловлов, как я. Мне просто лень. Я серьезно, я не понимаю, почему. Сам посоветую. Хотя... Посмотрим. Короче, если будет достаточно просьб и... Достаточно просмотров, я, конечно же, буду продолжать. Потому что, ну, раз зрители будут просить, окей. Просто, извините, у меня реально подгорело, потому что, ну вот, как можно играть? Да, научно-экспериментальным путем я выяснил, что для меня 18 снарядов это прям более чем достаточно. И если буду больше использовать, ну, шанс подрыва будет выше, а больше 18 снарядов за раунд я все равно не использую. Ну, до своей смерти первой, поэтому... По сути, так и есть. Главное, конечно, да, первое, это захват базы. Боже, какой медленный поворот башни. Короче, захват базы, потому что... Да отвали ты от меня, КВХ! Не до КВХ. Да отвали, я тебя прошу, просто дайте мне на захват стать. И вот еще одна причина, почему меня бесит эта игра. Пытаюсь ему сломать нафиг пушку. Не получается немножко. Все, хотел сказать тачку. Точку захватили. Все, зашибись. Под погон не взорвались, только чудом. Зажигательный патрон. Нам не выбраться отсюда. Все. А проблема в том, что я сейчас свалить не могу. Или могу. Давайте рискнем. Я просто хочу на центральную точку. Ага, ее уже захватывают. И вот почему я не могу свалить. Потому что сразу появляется другой танк. Он будет с правой стороны выезжать. Поэтому сразу едем на правую сторону. Или через левую. Скорее, все-таки через левую. Ай-яй-яй, сильно развернулся. Сейчас могу огрести. Ага, я понял. Его уже пытается законтрить, поэтому... Он тут немного и остановился. А, ромбом стоишь, чел. Поверь, тебе это не поможет. Не против меня, брат. Не против меня. Куда-нибудь сюда дадим два выстрела. Рандомным образом. А, кстати, чел меня шотает. Это, считайте, ПТ-шка. Минус 2.
Все, 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 не трогаем. Кто-то слева еще есть, поэтому будем только на него фокусироваться. А почему мне так... Слушайте, а почему, когда я бешусь, игра такая сразу... Ой, ну ладно, если ты хочешь побеждать, побеждай. А что случилось, игра? А что случилось? Чего, когда я психую, ты сразу мне помогаешь? Что же ты так, игра? Что же ты так, а? То иди ты лесом, свет небес, то давай я тебе это самое, помогу с небес. Как это работает, объясните мне. И я еще топ-1 занимаю пока что. Ключевое слово пока что. Надо сбить, и тогда я займу топ-1, скорее всего, прям вот. Очень вероятно. Блин, у меня, к сожалению, не это самое. Мне достает немножко... Вы что, серьезно? Так, игра. Почему, когда я играю на полно серьезных щах, когда я потею, когда я пру вперед на базу противника, и меня просто уничтожают, буквально вот только я с базы выехал, меня уничтожили. Почему? Когда я психую, говорю, удалю сейчас игру вообще полностью, меня сразу топ-1. Буквально вообще ни за что, и даже тут 5-е левела есть, 4-е левела есть. Я не понимаю. Я не понимаю эту игру, все. Я сдаюсь.